активно идет дезинформация того, почему у нас сейчас остановилось строительство Суворовского училища. Скажите, пожалуйста, как вот эти казармы могут помешать строительству Суворовского училища, до которого 500 метров? Почему сначала строятся многоэтажки, а потом уже мы начинаем думать о том, где будут строиться детские сады и где будут строиться школы? 23-й нас не примут и отправляют в 20-ю школу, которая находится в поселке Дзержинск. Ну, мы живем на территории Вату, и как бы для нас это очень далеко. Наверное, нет ни одного такого города, где школы размещаются именно на зоне посадки взлета самолета. Я не верю, что здесь будет школа. Я считаю, что этот памятник просто мешал застройщику. На территории Вату 27 гектаров пустырей. Стройте, пожалуйста, на пустырях. Оставьте памятник.